Мы услышали ответ от Минздрава, сказали, что разработают определенный механизм, да, по перебоям поставок. Но вы как глава ведомства, как вы можете объяснить эту нехватку лекарств для онкобольных? Уважаемые коллеги, официально заявляю, что сегодня дефицита лекарственных средств для онкобольных пациентов нет. Кроме впервые выявленных пациентов, у которых по объективным причинам в целом до поставки лекарственных средств дополнительно имеются в целом определенное необходимое время. С начала года по орфанным заболеваниям мы рассмотрели и закупили дополнительные заявки для регионов. Что касается работы совместно с Казахстаном Балтына, действительно в рамках реализации онкологического плана были определены перечни лекарственных препаратов, которые должны были закупаться за счет средств фонда Казахстан-Калкана. Но в связи с внесением их в перечень единого дистрибьютора Казахстан-Калкана сегодня считает, что в целом эти препараты должны закупаться за счет республиканского бюджета. Вместе с тем мы сегодня проводим работу с фондом в части разъяснений и в целом определили.